Вы на самом деле превращаете просто в цирк все эти темы. Секунду. Над вами смеются, над вами для всех традиционалов, сколько всех гетеросексуалов не уважать будут из-за вас. Потому что на каждом выступлении вы даете вот эту. Всех пересажаю. А отличное обсуждение темы. Вот прекрасное просто. Все в одну кучу смешает. Такие, как вы, на самом деле и допускают появление этой пропаганды на государственном уровне. Потому что молчат и боятся сказать правду. Боятся сказать этому негодяю в лицо. Которому? Что вот этому с зелеными волосами, что я его расстрелял. Готов. К стенке тебя и расстрелять надо. Тебя, негодяй, подонка. А в чем? Подонка просто, гомосек. Виталий Валентинович. Так вот, я хочу сказать, что мы сейчас говорим, мы живем не в стране, где власть принадлежит народу. Потому что жалкая кучка отщепенцев и извращенцев диктует нам. Да подождите вы. Вы диктует нам свои правила. Мы живем в демократической стране. Мы, народ России, говорим, нам не нужны они. Пошли вон из России! Мы говорим, демократически голосуем за референдум 99%. Будьте добры, имена, фамилии, явки. Будьте выгнать.